Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодняшняя сказка будет называться «Усатый-полосатый». Итак, слушайте. Жила-была девочка. Как ее звали? Кто звал, тот и знал. А вы не знаете, сколько ей было лет, сколько зим? Столько лет, 40 еще нет, а всего 4 года. И был у нее... Кто у нее был? Серый, усатый, весь полосатый. Кто это такой? Котенок. Стала девочка котенка спать укладывать. Вот тебе под спинку мягкую перинку, сверху на перинку чистую простынку. Вот тебе подушки, белые подушки, одеяло на пуху и платочек наверху. Уложила котенка, а сама пошла ужинать. Приходит назад. Что такое? Хвостик на подушке, на простынке ушки. Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила как надо. Под спинку перинку, на перинку простынку, под ушки подушки. А сама пошла ужинать. Приходит опять. Что такое? Ни перинки, ни простынки, ни подушки не видать, а усатый-полосатый перебрался под кровать. Разве так спят? Вот какой глупый котенок! Захотела девочка котенка выкупать. Принесла кусочек мыла, и мочалку раздобыла, и водицы из котла в чайной чашке принесла. Не хотел котенок мыться, а прокинул он корыце и в углу за сундуком начал мыться языком. Вот какой глупый котенок! Стала девочка учить котенка говорить. Котик, скажи мячик. А он говорит мяу. Скажи лошадь. А он говорит мяу. Скажи электричество. А он говорит мяу, мяу. Все мяу да мяу. Вот какой глупый котенок. Стала девочка котенка кормить. Принесла овсяной кашки, отвернулся он от чашки. Принесла ему редиски, отвернулся он от миски. Принесла кусочек сала, говорит котенок мало. Вот какой глупый котенок! Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попали котенку в лапы. Как помчался он в припрыжку, карандаш поймал, как мышку. И давай его катать из-под стула под кровать, от стола до табурета, от комода до буфета. Подтолкнет и цап-царап, а потом загнал под шкаф. Ждет на коврике у шкафа, притаился, чуть дыша. Коротка кошачья лапа, не достать карандаша. Вот какой глупый котенок! Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. Люди спрашивают, кто это у вас? А девочка говорит, это моя дочка. Люди спрашивают, почему у вашей дочки серые щечки? А девочка говорит, она давно не мылась. Люди спрашивают, почему у нее мохнатые лапы, а усы как у папы? Девочка говорит, она давно не брилась. А котенок как выскочит, как побежит, все и увидели, что это котенок, усатый-полосатый. Вот какой глупый котенок. А потом стал он умным котом. А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в 1-м классе 101-й школы. Вот такая чудесная история, дорогие мои девочки и мальчики. Ну а сейчас посмотрите мультик и спать. До свидания, спокойной ночи!